Re, viss ēters ir te. Референдума не будет. Центр избирком отказал партии депутата Сейма Алдеса Гобзамса закон и порядок в объявлении сбора подписей для референдума о добровольной вакцинации. Партия предлагала прописать в Сатворсме добровольность вакцинации и запрет на введение ограничений для непривитых. За отказ в объявлении сбора подписей проголосовали 6 членов ЦИК. Против были двое. Гобзамс в заседании комиссии не участвовал. По просьбе ЦИК предложение партии оценили эксперты. Омбудсмен Юрис Янсенс считаю, что проект поправок Сатворсма нельзя считать полностью разработанным ни по форме, ни по содержанию. Аналогичное мнение высказало Министерство юстиции. В Минздраве сообщили, что не поддерживают поправки. Лишь юридическое бюро Сейма указало, что не считает поправки полностью неразработанными. Гобзамс уже назвал это решение ЦИК узурпацией власти и заявил, что намерен его оспорить. По его словам, Центр избирком не должен решать, что может, а что не может быть записано в Сатворсме. В свою очередь, члены комиссии отметили, что такие нормы должны быть записаны в специальных законах, но не в Конституции.